километров, да? Нет, да, ну, больше. Камера все видно, что да, да, конечно. То есть то, что закрыто с датчиками там движения. Море здесь хранилище. Вот, да, да, вот. Вот здесь. Вот часть вот, хранилища. Вот. Понятно. Спасибо. Там на обед, на ужин. То есть, на случай сработки мы реагируем постоянно. Более такая информация. Да. Не, ну это более современный. Обстановка на территории Чернобыльской атомной станции контролируема. Охрана объекта станции осуществляется совместно с Национальной гвардией Украины. Гражданский персонал станции работает в штатном режиме. Уровень радиации на станции в норме. Уровень радиации контролируется 6 раз в сутки, как нами, так и специалистами атомной станции службы радиационной безопасности. На данный момент по результату радиационного контроля превышения установленных контрольных уровней нет.